Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и это наше, вернее, мое долгое возвращение Fallout 76. Итак, друзья, я действительно очень давно не была в Fallout. И все обновления уже вышли, и Westerland, или как он там еще называется, дополнение вышло. И вот это мое, как сказать, первое включение, чтобы посмотреть, что у нас есть и что осталось прежде всего. Дело в том, что игру я удаляла, потом опять загружала со всеми дополнениями. На это потребовалось достаточно много времени, потому что оказалось, что кое-какие сохранки побились, и меня загружало вообще на самое начало, в нулевой, как сказать, цикл. И мне даже казалось, что никогда все мои персонажи будут потеряны, будут потерян и этот дом, и эти достижения, и куча всякого барахла и прочего, что было нажито, как говорится, непосильным трудом. Но, тем не менее, удалось все восстановить, загрузить, перезагрузить. Это уже дело десятое. Итак, мы снова здесь. У нас снова Fallout 76. И, насколько я вижу, все мои как бы способности все остаются в силе. Персонаж тот же. И даже домик стоит на месте. Можно посмотреть снутри. Ремонт я так и не закончила. Половина обоев так и осталась не наклеенным. Ну что ж, дело не в этом. Дело в том, что надо сейчас мне посмотреть, что же такое и как мне выйти на это дополнение. Сейчас с самого начала, когда я включила, были какие-то охи, ахи, вздохи. Какие у нас есть задания? Итак, информация. Новоприбывшие. Я принимаю радиосигнал от смотрительницы. Нужно настроить пип-бой на нужную волну и послушать ее. Так, все дело в том, что... Ага. Вот он мой камп, вот он мой мир. Что я уже и не помню, как все это... Как это этим управлять. Итак. Пип-бой. Радио. Так, сигнал спасателя, это трансляция смотрительницы. Так, у нас нету текста, но я могу сказать, что приблизительно следующее. В общем, нам надо явиться к смотрительнице и поговорить с ней. Это наверняка отразилось на наших заданиях, да? Итак, поговорить со смотрительницей. Смотрительница в Статоне. Надо найти ее и поговорить. Так, это все хорошо. Наверное. Статон это у нас... Вот он, дом смотрительницы. И еще какая-то штука. Что-то новенькое. Это какие-то новенькие события у нас теперь так выглядят. А это с поваром. Понятно. Это, очевидно, уровень. Уровень первый. А, это уровень, очевидно... Не знаю, что за скоро. Друзья, вы теперь все впереди меня, поэтому я так думаю, что мы... С вашей помощью все наверстаем. Итак, что меня интересует, это то... Ага, оружие это у меня какое? Лыжа, меч и все. Оп. Так дело не пойдет. Лыжа, меч, конечно, это хорошо. Создана новая команда, охота. Так, обзор команд. Ну, понятно, тут есть еще какие-то команды, но... Наверное, нет. Итак, покажите мне мой тайник. Он по-прежнему забит до отказа. 763 из 800. Итак, мне нужно оружие. Мое оружие. А, да нет, все у меня есть. Только это надо поставить. Чем мы пользовались в последний раз? Помнится, мы пользовались окровавленным крюком. Так, 392 урон. Да. Когтилапа у нас лучше.
Возможно, что немножечко было что-то изменено. Так, окровавленный пулемет «Калибра». Я так думаю, что... Давай-ка мы тебя оставим. Я так понимаю, мы тебя здесь оставили, да? Окровавленный пулемет. Да. Ибо вес у нас тоже такой. Так себе. Так, Гатлинг, я тоже не помню, для чего я его с собой таскаю. Давайте-ка я его тоже оставлю. Нет, все, уже никак нельзя. Либо я его продавать собиралась. Непонятно. Так, крюк для мяса, нарукавник и камера. Ну ладно, что-то у нас есть. Какой-то у меня, помнится, мне был пистолет, из которого я стреляла, и явно не этот. Все, надо вспоминать по новой. Ладно, понятно. Итак, На двоечку. Так. Заменить. Коготь. gathering presents, loading Так, на cheer, троечку. unpacking holly jolly, Гатлинг. subroutine complete, Снайперская. Сюда мы поставим крюк. Крюк мой любимый. Плазменная граната, провоцирующий. Виски. Бесшумный карабин. Отлично. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Угу. Это у меня снайперский. Так. Крюк. Дальше. Ага. Это вот тот самый огромный коготь. Так, нет, мне надо еще что-то. Причем какое-то простое оружие. Ладно, это я уже буду, как говорится, разбираться за кадром, друзья, со всем своим обмундированием. Гатлинга, разведывательские. 10-миллиметровку давайте поставим. Вот так вот. И будем тоже ею пользоваться. Она у нас тоже с прицелом. Ладно. Оставим четверочку. И пойдем. Кроме того, еда. Так, одежда, помощь. Это у нас тут лекарства есть, кексы есть, очищенная вода. Ага, кстати, очищенная вода. Ну, очищенной воды вроде пока достаточно. Нам молоко-то дали? Мерзопакостный брамин не дал нам никакого молока. Ну, оно и как бы понятно. Итак, сюда выдвигаемся на дорожку, все как обычно, и давайте-ка потопаем к нашей. Я правильно иду, как вы думаете? Ну, теоретически да. Практически нам надо пробежать весь этот круг. Ну что ж, заодно и познакомиться с Хлоей. Проверить прибывших возле убежища. Это игра не вылетай, это в разном. Вот. Ну, еще было бы интересно, если кто ждал мое прохождение и кто смотрит меня. Кстати, большое спасибо, что ждали Fallout 76. Я верила, что я в него вернусь. Спасибо, что верили и вы. Так, дикий мотофрукт, ты испортишься у меня. Так, одежонка на нас какая-то такая немножко странная, но в принципе можно, наверное. А, у меня еще броня есть оптическая. Крохотного убийцы, грузчика. Давайте переоденем костюм грузчика. Забываю все, что у нас тут
и будем бегать так. А то как-то в этой одежде из Far Cry 5 или откуда... Уже не помню, откуда такие обноски. А, это Грогнар Варвар. Да. Как-то оно неприлично. Так, ну что ж, вот мы приближаемся. Да как-то мне все-таки хочется достать оружие, но вроде... Даже... Ага. Вижу тебя, горелый. Ты там где-то наверху ходишь. Но ты нам по-хорошему не нужен. Warm again. Чего? Опять он сказал. Опять тепло. Так хочется кого-то убить, но я думаю, что у нас еще будет с вами случай. Так, я туда иду? Да, туда. Это вот этот дом наверху и... А-а-а! Здрасте, мальчики. Так. Здрасте, вы меня видите? Берет. Ага. Темные очки патрульного. Брать не будем. Вернее, взяли, но одевать я их не буду. Пока вообще ничего набирать не буду. Так. Вот. Чем хороша мутация. Можно прыгать и скакать. Так, ну что, смотрительница, ты здесь? Неужели я наконец-то тебя увижу? Welcome. Или опять меня будет ждать голозапись? Пошли. Командная область. Личная, уникальная для вашего персонажа область. Здесь вы можете находиться только вы и ваши соратники, друзья, незнакомцы смогут к вам присоединиться. А, не смогут. Принимаете важные решения, которые повлияют на историю. О, в личной области сохранение прогресса происходит реже. Перед выходом из такой области убедитесь, что была достигнута контрольная точка. Какие сложности начинаются. Let's talk downstairs. Cozy as this place is, there's somewhere. Поговорим внизу, да, здесь уютно, но я не хочу. Человек! Пожалуй, мы все-таки перестарались. С чем? Не так, понятно. Я от радости, я восторга. Просто, друзья, живой перс. Смотрительница. Столько лет мы за тобой бегали. Кнопка, если я ее активирую, тут все взорвется. Я не знаю, что я сделала. Говорили мне, не нажимай красных кнопок. Так, ладно, смотрительница, пошли. Let me introduce you to Davenport. Знакомься, это Дэвенпорт. Он помогал мне с разведкой, помогал присматривать за палачей. О, Господи, ты меня напугал. Я так рад вас видеть. Смотрительница страшно по всем вам скучала. Когда познакомитесь со всеми новыми прибывшими, у меня будет для вас кое-какая работа. Работка. Мне без него ничего бы не вышло. Так, давай говорить. Ну, давай. It's good to see you, but we need to focus on the inoculation. Is it done? Так, а вот тут, конечно, это самое. Хорошо тебя видеть, но что-то вакцинироваться. Так, мне тоже приятно тебя видеть. Теперь мы можем приняться за дело. Тебе повезло, что я здесь. Даже не вздумай ничего требовать. Мир за пределами убежища сошел с ума. Корпорация Волтек нас к такому не готовила.
Так, вакцинация. Я не знаю, я вакцинировалась. Мутация может считаться вакцинацией? Если так, то у меня вакцины капают из ушей, прямо скажем. Так, мне тоже приятно тебя видеть. Теперь мы можем приняться за дело. Тебе повезло, что я здесь. Так, нет, мы не будем хамить. И причем весь мир сошел с ума, это и так надо Space сказать. Shift обзор маха показать историю. Так, ну-ка покажите мне историю. А, вот, смотрительница. Я рада тебя видеть, но нам надо сосредоточиться на вакцинации. Она закончена? Подожди, вакцинация, вакцинация. А я уже не помню. Давайте скажем так. Мне приятно тебя видеть. Я понимаю, ты ждешь объяснений, но сначала нам нужно обсудить это дело. Я быстро. Когда договоримся, я отвечу на все твои вопросы. Вакцинация. Тебе удалось ее закончить? Ну, если здесь нету слова «нет», значит, мы ее сделали, да? Да, мне удалось вакцинироваться, наверное. Это хорошо, потому что скоро нам понадобится в разы больше вакцины. Тебе за последнее время не доводилось бывать в горах? Дело теперь не только в нас. В Апалаче начинают возвращаться люди. Я украдкой наблюдала за двумя бывшими группами и видела, как они строят. Стены, дома, укрепления, они намерены здесь остаться. И все они рискуют заразиться, даже не подозревая об этом. Так, я свяжусь с новоприбывшими, их нужно вакцинировать. Какая разница, они не из убежища, это не наша проблема. А почему они идут и... Кстати, почему они идут и почему именно сейчас? Не знаю, обращались ли ты внимание на слухи, но в горах заметили какую-то дверь. Попасть внутрь пока что никто не смог, но одно я знаю точно. Это убежище. Я послушала разговоры новоприбывших. Не знаю, что там внутри, однако слухи уже перешли от догадок к полномасштабным выдумкам. Байки о несметных богатствах притягивали людей всегда. Еще до того, как мы превратили этот мир в пустошь, жадность и надежда, мощные движущие силы. Тут я с тобой полностью согласна. Так, если сокровище прям существует, мы найдем его. Да ну его. Все это грозит большими проблемами. Сила плюс 4. Если кто-то посмеет стать на моем пути, я сломаю его как соломинку. Интеллект. Структурная целостность заложена в убежище. Заложенная, наверное, в убежище, позволяет им выстоять в течение многих поколений. Попасть туда будет непросто. Но мы сейчас в отличном положении, чтобы вести новичков вперед. Восприятие, я вижу, что у тебя есть теория об этом убежище. Так, давайте возложим все на нее. Смотрите-ка, у нас теперь есть варианты ответов, основывающиеся на наши статы. Я не хочу, чтобы мы шли по ложному следу, но кое-какие подозрения у меня есть. Золото, которое люди находят в реках, не может быть простым совпадением. Сначала надо проследить, чтобы новоприбывшие не заразились. Да. Так, а почему бы их всех не доставить в медцентр? Ну, так они взяли и пошли. Что мы знаем о них? Судя по архитектуре, те, кто обосновался на севере, это дружки рейдера, о которых без конца твердит тот безумный робот Роуз. Возможно, тебе нужно будет поговорить с ней о них. Узнай, сможет ли она организовать встречу или как у них называется. Надо поговорить, не стреляйте в нас. Те, что на юге, больше походят на караван семей. Но кто знает, через что им пришлось пройти. С ними тоже лучше быть начеку. Итак, на севере рейдеры, на юге типа торговцы, да? Мне вспоминается обещающий курс Волтек. Помнишь ролики про то, как заводить друзей? Ладно, можешь на меня рассчитывать. Спасибо, правда. Как хорошо снова оказаться в кругу семьи из убежища. Но мы так какая-то очень хилая семья. Так, наверняка у тебя остались вопросы. Мы можем поговорить, прежде чем ты уйдешь. А если не хочешь, то счастливого пути. И be careful. Значит, задание мы здесь надолго. Мы в Апалачу прибыли
приехали гости, но они здесь надолго. Так. Значит, и задание «Странная дружба». Рейдеры Апалачи вернулись. Да, мы так с Рус старались, так старались, и все понапрасну получается. Так, что у нас тут есть? Изготовить, отремонтировать. Что еще? Самодельный аккумулятор. Вентилятор. Я бы поговорила с ними со всеми. Так, это наша карта. Это Апалача, Абахача. Любительская рация. И это что-то очень странное. Какой-то очередной самогонный аппарат, очевидно. Я шучу, конечно, но... Тапочки. Тапочки. О, я хочу такие тапочки. Почему я должна бегать в каких-то вонючих сапогах? Я хочу голубенькие тапочки. Нет, не белые. Голубенькие тапочки. Пушистые голубенькие тапочки я хочу. Так, Девинпот, давай-ка я с тобой поговорю. Можете мне поверить, следите за событиями здесь на Палаче. Очень непростая работа. И? Прошу, будьте как дома. Ну, как дома, когда мне даже тапочки не предложили. Как тут можно быть как дома? Паяльная лампа. Бутылка из-под ядер колы. А там у нас что? Огнетушитель. Так, ладно, давайте договорим еще со смотрительницей. Стой, 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 никуда не ходи. Хочешь что-то сказать? Так, нет, не мне пора. У меня были вопросы про журналы смотрительницы, которые ты оставила, кстати. I hope they helped. Надеюсь, они пригодились. Голозапись о ракетах. Думаешь, кто-то в Волтек планировал, что мы ими воспользуемся? Ну, мы ими пользовались вообще-то. В том-то и дело. Я не знаю. Я думала, они посвятили меня в свои планы. Думала, что мы избранные. Но теперь мне кажется, что мы для них просто были подопытными кроликами, как и все остальные. Добро пожаловать в просветление. И что будет, когда на Апалаче сбросит больше ракет, чем она способна выдержать? Мне жаль, что пришлось запустить ракеты. Мы лишь хотели уничтожить горелых. Так. Скажем так. Я знаю, вы просто делали то, о чем вас попросили, как и я. Но теперь нам нужно подумать о себе, создать свою собственную Америку и Апалачию. Так, про журнал мы спросили. Эвана. А, да, Эвана. Она просила найти Эвана, и мы его, черт возьми, убили. Ну что, он был горелый. Долгая пауза. Thank you. Спасибо. Так. Ну зачем? Ведь было ясно, что он умирает. Ладно, это не твоя вина. Ты сделала так, как было лучше для всех no. нас. Нет, я не могу просто взять и забыть об этом. Я бросила его. I abandoned him. Ой, ладно, так, а когда открылось убежище, тебя и след простыл. Где тебя носило все это время? Зачем жить в таком месте, как Сатан? Вот здесь ты, зачем? Зачем здесь? Пошли, у меня хороший дом. Я здесь выросла, мои родители жили у подножия холма. Интересно, этот город мне еще хочется восстановить. Естественно, этот город мне хочется восстановить в первую очередь. Так, а все-таки про журналы смотрительницы, когда... У нас еще не все, очевидно, обговорено. Когда открылось убежище, кстати, тебя и след простыл, где тебя носило. А от меня подобного лицемерия взять и уйти в одиночку точно не ожидали, да? Поначалу я просто мчалась вперед, надеялась, что если будут какие-то неприятности, то я столкнусь с ними первой. Потом были ракеты, чума горелых. Я видела, как мой родной город гибнет под бомбами. Мне нужно было время. Так, ну что ж, времени у тебя было предостаточно. И лично я тебе его дала еще больше. Так, она по-прежнему, кстати, носит, я вижу, одежду Волтека.
внизу под этой курточкой. Так, мне приятно, что ты здесь, ты бросила наш, потому что тебе нужно было время. Чего уж. Так. Ладно, мне приятно, что ты здесь. Мне тоже. Так, журналы, смотрительницы. Go ahead. Что еще? Мне еще не удалось найти их все, кстати. Well, remember, да. Только не забывай, что они не бесполезны. Я создала их, чтобы помочь тебе даже тогда, когда не могу быть рядом лично. А, кстати, у меня не все журналы, да? Ну тогда мне пора. Не забывай об осторожности. Все вместе мы сделаем Апалачи менее опасным местом, но у нее до сих пор чего-то там не было возможности. Тра-та-та. Ах да, да, журналы мы не все нашли, потому что, честно говоря, я потеряла интерес к этому процессу. Что это такое? Колба. Уже давным-давно, еще когда мы проходили. Итак, что у нас имеется? Ах, так, понятно. Использовать я не могу. Дом-чайник у меня есть и красивая белая ваза. Не, не будем ничего брать. А что у нее на втором этаже? Давайте посмотрим. О, кунст. Витринки. Ну, я так понимаю, как бы это типа и мой, что ли, дом? Ой, нет, это Апалачи, я не хочу его Апалачи. Вот. Так, а что там за кнопочка поговорить с главой поселенцев? Ясно. Чудо-клей. Ты мне точно нужен. Какие интересные бюстики. Нет, вот шлем мне не нужен, а вот бюстик бы я взяла. Грязная фоторамка. Угу. Давайте-ка я все осмотрю, что тут у нас есть. Так. 44-я модификация, да? Взять, что ли? Нет, короткий. Так, батарея заряда инъектора. Ой. Что тут у нас есть? Кофейная кружка. Книжки. Так, ну ясно. Я так понимаю, что где тут была кроватка? Что здесь можно и спать? Подожди, я же видела кровать. Нет? Американский флаг. То есть, если здесь нету кровати, то... А, ну вот. Могу я на ней спать? Нет. Никак. Не дают мне это сделать. Мне... А, безобразие. Уже хочется и пить, и есть. Она вот в такой второй этаж. Я так понимаю, это ее тут апартаменты и прочее. Так, что мы тут смотрим? Проектор. Ага. Кстати, это не тот домик с тыквами? Очень похож. Нет, это ее домик. Это тот домик, в котором мы сейчас находимся. Угу. Слайды. Об этом местечке. Так, ты явно занималась уборкой? Да? Я тебя потревожила. Или ты собиралась выпекать кексы? Ладно. Интересно, кофеварка работает? Чичас. Кабы не табы. Так, а это что куда? О, какие люксусы. Еще скажите, что вода есть? Очень я сомневаюсь. Антирадин. Да нет, у меня, насколько я помню, всего этого добра очень много. Давай-ка мы закроем дверь. Закрой дверь. Что ж, друзья, отправляемся. Но прежде всего мы сыграем собачий вальс. Просто хочу посмотреть на себя со стороны.
Забавная ситуация. А заодно почитать, Пип-Бой недоступен. Тогда уйди оттуда. Как это сделать? Вот так вот. Эх. Что ж, давайте посмотрим задание. Итак, мы здесь надолго. В Апалаче прибывают новые поселенцы, и их нужно привить от чумы горелых. Мне поручено разыскать их лидеров и найти с ними общий язык. Ага. Так. Новоприбывшие, со слов смотрительницы, в Апалаче возникли два новых поселения. Кратер и Опора. Мне поручено убедить их вождей пройти вакцинацию от чумы горелых. Странная дружба. Надо вакцинировать новых рейдеров в Апалаче, но они не очень-то настроены сотрудничать. Пора поговорить с Роуз на вершине мира и узнать, сможет ли она помочь мне встретиться с их главарем. Ого. Итак, у нас как бы два задания по рейдерам. Ну, я бы сначала пошла, собственно говоря, к торговцам. Мне как-то не очень хочется с рейдерами. Проверить прибывших возле убежища 76. Ага, это интересно. Так, несколько месяцев назад смотрительница странствовала по Апалаче в поисках способа защитить ракетные шахты. Возможно, она оставила кое-какие записи. Мне надо их поискать. Вот это вот то, что как раз я и не сделала. Ну ладно, это мы можем делать, наверное, и как-нибудь за кадром. Ну что ж, Кроус так Кроус. Кстати, я бы с удовольствием отправилась к Кроус. Ну, с удовольствием, скажем так, не очень. Но, тем не менее, перемещение... А сколько у меня крыши, кстати? 10 тысяч? То есть, вот это крышки? Откуда у меня такое количество крышек? Вот это я даже не знаю, друзья. Я не помню, с каким количеством крышек я закончила эту игру. Но, тем не менее, попробуем как-нибудь переместиться, потому что бежать туда, конечно, будет слишком далеко. А заодно полюбуемся на фотографию из прошлой жизни. Когда еще не было людей. Ну что ж, добавили персонажей. Мне интересно будет посмотреть, конечно, прежде всего, Роуз-то мы с вами видели. Так, команда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах, ну да, это же персональный дом каждого. Боже мой, как он меня испугал. Это такая же штука, как и... Так, слушай, это мое место. А-а-а! Вот оно что, смотрите. Тут у нас есть все станки. И тут, в принципе, можно все чики-пуки. Так, тем не менее, надо поесть. Или хотя бы... Вот, собачья консерва, милое дело. Да, что-то как-то мне кажется, что мне хуже стало от них. Ну ладно, так, стимулятор, суп из консервированного мяса. Ай, шашлык из белки, кстати. Он еще жив? Радиация на нем есть? Есть. Ну, не так, чтоб очень много. И все, да? Отбивные из собачатины. А, у меня все в порядке. Ионизированный инертный флюс. Возможно, что я где-то бегала до этого, друзья, и я просто уже не помню, чем мы там занимались, что у меня какие-то инертные флюсы остались и еще что-то. Ну, да ладно. Все. Итак, Кроус. Дом смотрительницы. Это у нас человек. Это чье-то убежище. Вам надо Кроус. Задача так сделать активным. Показать в Пип-Бое. Блин, когда я была не здесь, а в доме, можно было туда переместиться. Так, давайте сюда тогда. Перемещение 9 крышек. Да.
Вот он, тот самый домик тыквы. Это когда мы еще проходили эту игру с гиперборейским. И это, по-моему, Макс. Говорит командир София. У меня экстренная ситуация. Ответьте, прошу, ответьте. Произошла авария при входе в атмосферу. Повторяю, мы разбились где-то. Состояние экипажа неизвестно. Передаю мои координаты. Пожалуйста, поспешите. Это еще что такое? Что это было, Ватсон? И это была явно не овсянка. Так, побочная. Аварийная посадка. Мой приемник поймал странную передачу от какого-то назвавшегося командиром Софии Даггер. Мне следует отправиться по указанному ее посланию координатам и во всем разобраться. Ну, кстати, вот тоже мне интересно. Ну-ка, сердцеболот. Аварийная посадка. Хоть оно как бы и второстепенно. Где оно? Где оно? Здесь? Встретиться с Хлоей. Вот. У нас появилось, где этот сигнал бедствия. Здесь 94-е убежище. Понятно. Но с другой стороны, мы так рядом с Роуз. Ну ладно, все равно. Давайте я сюда портанусь. Так, осмотреть хижину. Заброшенный бункер. 20 крышек. Полетели. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Трам-пам-пам. Здесь у нас уже все покруче. Деньги мне не нужны. Поехали. А вот миска мы, наверное, возьмем. Химлаборатория. Мы здесь были, но не факт, кстати, что она в самом бункере. Слушай, а что тут? О, дох, она в бункере. Здрасте, девушка. Ты меня не видишь, поэтому я с тобой не могу разговаривать. Какая я невидимая? Командир Даггер, что с тобой случилось? Не могу думать. Ты врач? Ну, в некоторой степени. Тебя космическое агентство США отправило? Тебе ведь дали стимулятор, да? Да есть у меня стимулятор. Да. Вот, держи. Космическое агентство Соединенных Штатов. Ты вообще о чем? Ты из какого времени? Держи стимулятор. О, спасибо. Значит, мне не показалось. Ну, это радует. Кажется, работает, но я так устала. Кажется, даже стоять еще не могу. Подожди, не надо сейчас засыпать. Так, что еще стимулятор? Я тебе могу дать какую-нибудь котлету. Я командир София Даггер, астронавт на службе космического агентства США. Приятно познакомиться. Так, да, я здесь из-за твоего послания. Похоже, тебе нужна помощь. Ты, правда, астронавт, с ума сойти. Откуда у тебя эта рана с тобой? Точно все хорошо. Кстати, откуда у тебя эта рана? Тебя не горелый кусил? Мой корабль разбился здесь неподалеку. Я почти не могла ходить. С трудом добралась сюда. Наверное, ударилась головой при посадке. Сложно вспомнить. Костюмчик у тебя астронавтовский. Так...
А ты что, точно астронавт вообще? Обалдеть. Yes. Да, я пилот экспедиции «Глубокий сон», запущенной в 2070 году. Меня показывали в новостях. Ну, без травмы головы, конечно. Да ты же знаешь, какой сейчас год, 70-й. Ты, с тобой точно все хорошо? Голова-то головой, а вот все остальное тоже. Спасибо за заботу. Мне все еще дурно, но уже лучше. Спасибо. Я ведь уже говорила спасибо, да? О, друзья, Хьюстон, у нас проблема. Итак, я здесь из-за твоего послания, и тебе явно нужна помощь. Это радует, спасибо. Я думала, что уж военные точно прибыли бы на место крушения корабля. Прошло столько времени, и мой экипаж со мной так и не связался. Господи, поверить не могу во все это. Что-то мне сейчас Сому все это напоминает, друзья. Мне нужно разыскать экипаж, связаться с USSA, найти аптечку. Ну, впрочем, не все сразу. USSA, наверное, не существует. Где я вообще? Добро пожаловать в Апалачу! Йопи! Так, Западная Вирджиния, да ладно, ты правда считаешь, что я поверю в такое? Ну, не знаю, давайте все-таки верить лучше в том, что осталось от Америки, если точнее, то в Апалаче. В смысле, в том, что осталось от Апалачи? О чем ты? Я ведь помню почти... Черт, да что значит «в том, что осталось»? А ты не хочешь посмотреть, на чем ты сидишь, на эти корешки? Или у тебя действительно все так плохо с головой? Подожди, ты ведь знаешь про войну, про ядерные бомбы, что последнее перед крушением ты помнишь, когда стартовала твоя миссия? Как ты думаешь, какой сейчас год? О, нет. Я очень боялась услышать этот вопрос. Я должна была проснуться в 2075 или в 2080, если бы эксперимент шел по плану. Он пошел не по плану. Так, тогда, когда стартовала твоя миссия, понятно уже. Что последнее перед крушением ты помнишь? Почему, кстати, ты? Доктор Бернард, наш инженер-механик, помог мне залезть в капсулу глубокого сна. Он сказал, увидимся через несколько лет. И мы помахали друг другу ногой. Все ясно. Типиш, Fallout. Типиш. Типичный. Так, и когда стартовала твоя миссия, мы запустили экспедицию «Глубокий сон» в 2070-м. Вскоре после выхода на орбиту я села в капсулу для гибернации. А почему ты спрашиваешь? Да потому что ты не знаешь ни про войну, ни про ядерные бомбы. Серьезно? Ты, наверное, шутишь. Скажи, что это просто шутка, хорошо? Вот я специально сюда пришла, чтобы пошутить с тобой. Хотя я, конечно, рада видеть живых, ну, в смысле живых, NPC в этой игре. Твоя миссия закончилась много лет назад, USSA давно не существует. Давайте сразу ее правдой по голове. Может быть, как говорится, это и поможет, как нам говорится, от обратного. Я не шучу, ты провела в космосе десятки лет, сожалею. Ты готова узнать очень плохие новости? Прошли десятки лет. Ну, десятки это не сотни. Ты сейчас говоришь мне это на полном серьезе? Нет, я тут это ля-ля, тропа-ля. Свой костюм клоуна я оставила дома. Все, кого я знала, кроме... Если остальные выжили, если докабы, где твой корабль? Думаю, мне нужно отыскать мой экипаж. Со мной были трое коллег, но рядом никого не было. Даже их тел. Ну, если их еще не съели, то, может быть, они еще и живы. Bodies. So they had to be in the ship, or maybe only my emergency pod crashed. I don't know. Maybe. Could you go to the crash site? Можешь сходить к месту крушения и поискать черный ящик? Тут недалеко. Я так и знала, что меня сейчас куда-нибудь отправят. Я надеюсь, что там есть место крушения. Астронавт. В кавычках. Где находится место крушения? Я могу найти бортовой самописец. Где место крушения? Not far at all. Недалеко. Я сейчас почти не могу ходить, но корабль почти что видно отсюда. Ну,
Почти что. Поверни направо от бункера и перейди реку. Там не глубоко. Потом поднимись в гору. Я упала со склона, поэтому высоту не помню. Направо от бункера, перейти реку и на гору. Иди вдоль хребта, ищи столб дыма. Он должен быть хорошо виден. Ты не рейдер случайно тут? Подставной. Так, мне все тут проверить, выживших. Я надеюсь, что там есть это место крушения. Ищи обломки моего корабля, если тебе нужны доказательства. А я прилягу отдохнуть в тишине, если можно. Ну, ясно, раз ты начинаешь мне тут уже это пальцы веером справлять. Учти, что обращаться ко мне следует командир Даггер. Спасибо. Да иди ты, командир Даггер, тоже мне. Сейчас я достану свой кокоть, и чики-пуки тебе будет. Понятно? Ладно. Мне просто... Меня движет любопытство, командир Даггер. И если б не оно... Смотри, придут сюда какие-нибудь тараканы. И сразу узнаешь, в каком году находишься. Тара-па-па-па-пам. Но мы тоже присядем на всякий случай. Не люблю я ночь в этих местах. Я и день не люблю в этих местах. Я вообще эти места не люблю. Итак, выходишь из бункера и идешь направо, да, она сказала. А на карте нам это покажут. Выходишь из бункера, идешь направо. Ага, вот он, бортовой самописец. Окей. Ну, вроде все пока спокойно в Багдаде. Так думаю, что можно даже пробежаться. А вот она, речка, и дальше на гору. Сейчас мы подхватим чуть-чуть радиации. Играет какая-то музычка очень тихонечко, друзья. Я не знаю, потому что в предыдущем прохождении мне за музыку прилетало. Копирайт, как ни странно. Посмотрим. Ну, это у нас такая с вами пилотная серия. Вот. Если будут проблемы, то будут. А если нет, то можно будет сделать музыку и погромче, потому что музыка на самом деле неплохая в этой игре. О, слушайте, точно. И правда. Какой-то пепелац тут у нас потерпел крушение. Ну, опять же, не... хотя она могла вообще взять костюм этих потерпевших, нарядиться, обмазать себя томатной пастой и сказать, что так и было. Как вы думаете, могло такое быть? Забрать бортовой самописец. Ладно, друзья, забирать бортовой самописец мы с вами будем, наверное, уже в следующей серии. Что вам хочу сказать? Я рада, что наконец-то вышло это дополнение. Вот. И более того, я рада, что я до него наконец-то добралась. История обещает быть интересной. Я ее прохожу, как я и все игры прохожу, в слепом прохождении. Поэтому, если у вас есть какие-то советы, советуйте. Но, пожалуйста, без спойлеров, не рассказывая мне ни о сюжете, ни о каких-то таких вот вещах, которые могут испортить мне удовольствие от игры. Так, а мы с вами сейчас напоследок шлепнем. Давай, взрывайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас меня убьют. We are...
Придурок. Не сдох? Нет. Мое будущее, говорит он. Так. Где там у нас был Ватс? Я примерно предполагаю, где ты есть. Мне, конечно, надо выключить свет для начала. А, ну ты так и все-таки благополучно сдох, я так понимаю, да? Ладно. А мы попробуем отсюда выбраться и тоже не убиться. Вряд ли это у нас получится. Хотя, возможно, что и получится. Угу. Десятый уровень. Я знаю, что в тебе обычно есть крышки, но сейчас их нету. Угу. Горец. We are the champion, my friend. We will be fighting till the end. И у тебя нету денег. Черт, зачем? Зачем я тут с тобой? Создана еще одна какая-то команда. Что ж, ладно, давайте вот здесь вот я остановлюсь, чтобы, как говорится, отсюда и начать наше повествование. Еще раз огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.